Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свежий обзор на растамаженный караван. Это Coachman VIP с французской кроватью 2016 года выпуска, 560-я модель. Это длина его внутреннего убранства. Рассчитан вот он 560/4 на 4 человек. Длина его будет вместе с дышлом в районе 5,660-6,70. Конечно, бомбический форм. И он уже очень с большим, по высоким клиренсом, причем со своим штатным. Цена данной игрушки 1 232 000 рублей. Сейчас чуть по округу сделал такой небольшой обзор. Конечно, он очень крутой, с рейлингами на крыше идет. Ну, клиренс очень высокий, мне даже сказать нечего. Забирался данный караван у дилера в Англии, само собой. Ну, по нему сделаем такой небольшой обзор, чтобы ориентиры ребят видеть. Конечно, очень красивая такая стильная игрушка. Ну, клиренс тут очень высокий. Сама по себе модель очень с высоким клиренсом идет. Это рейлинги, как я говорил. Мы к ним еще вернемся. Давайте спереди начнем. По низам. Само собой, не должно быть никаких там трещин, вмятин. Такая форма, конечно, вот этот панорамный люк еще дополнительный снутри. Конечно, очень красивый. Алковская система тормозов, все стабилизации алковские стоят, понятно, накладочки все на месте. Здесь, конечно, очень серьезная конструкция, очень и ручки, и сам по себе очень высокая сама модель. Потому что я думаю, что на нем можно далеко и в лес куда угодно заезжать смело. Стоит у нас Dual Active Reductor, само собой, газовый баллон. Еще у хозяина была старая, плюс Alfa секретка. Security вот стоит, это на колеса, секретка своя штатная, тут не разбирали ничего. Ну, внутри тут, конечно, все аккуратно, шикарно, с казачетом. Плюс домкрат тут оставлен, какие-то вещи, палатки, как само собой тут не шла. Этот вопрос, я думаю, что вообще решаемый. Ну, по уголочкам, конечно, посмотрим. На моечке чисто сполоснули, вот где-то еще мелочь, тут грязь. Вот они, сами рейлинги. Нигде не сломаны, все аккуратно, все на своих штатных местах. Конечно, очень красавец. Низом, конечно, это уже под французской кроватью ящик, арочки все абсолютно целые. По весам, так, сейчас заодно посмотрим. Тонну 165 масса без нагрузки, полная тонну 395. Мотомувер стоит, что позволяет с помощью этого пульта управлять данным караваном. У нас стоят тут, конечно, 15-я цешка, литые диски свои штатные. Вот эта секретка сюда вставляется. Уже были с такими секретками караваны. 195/70 радиус ГТ радиал. Причем нереально он высокий. Как раз заглянем. Резина по состоянию, само собой, почти новая. У нас здесь стоит резина жгут, плюс амортизаторы, само собой, стоят. Состояние балки идеальное, запаска абсолютно новая. Причем вот они, свои же штатные колеса и стоят. Ну, состояние парами я тут не вижу каких-то нареканий. Конечно, их тут не должно абсолютно никаких быть. Ремонтные люки, все само собой. Ну, по стеклопакетам тоже все целое абсолютно. Единственное, вот тут накладочки нету.
который в розетку идет. Ну, это абсолютно мелочь, на мой взгляд. Пойдем, конечно, сзади. Посмотрим. Ну, как глаз не радоваться. Ну, он реально крутой караван. Мне даже кажется, что он даже посимпатичнее, чем Элдис, который перед Новым годом обзор был каравана. Вот. Сами, конечно, наклеечки Кочман. Такой он очень массивный и, конечно, высокий. Все ручки тут как удобно можно. Здесь такой даже интересный уже типа бампера идет такая накладка. Ну, снизу, конечно, тут посмотрим. Ну, никаких тут, конечно, нареканий не должно быть. Ну, вот они, как я говорю, верелинги. Идут. Здесь уже трюмы, выхлоп, вот она, трюма идет уже под сиденьем, уже самого короба не будет. Здесь будет электронное уже, конечно, управление, все. Наклеечки, само собой, вот они в штатном режиме. Аккумулятор остался. Здесь электрику так чуть подключили. Гарочки, само собой, все целые, вот это GTR Ideal. Дисочки все само собой штатные. Но резина вся такая же абсолютно. Вот она, то что и рама вся полностью усилена. Ну, конечно, караван бомба. Внутри, конечно, сейчас зайдем посмотрим. Планировочку, конечно, это то, что кровать. Очень удобная. Вот такая здесь планировочка. Вот они, шикарные, конечно, диваны. Конечно, кровать. Ничего, абсолютно, вот как забрали, ничего не намывали, только сполоснули. Ну и полы, конечно, протерли. Здесь уже вот Кочман, это управление идет. А здесь уже вот как раз трюмы. Уже управление электронное будет. Жалюзи. Тоже, конечно, все шикарно. Все на месте. Стол здесь только такой штатный идет, потому что даже места под стол я не нашел. Креплений, куда он идет, таким образом собирается. Конечно, здесь уже шикарные подсветки. Вот этот люк красивый, свой штатный. Вот он, Кочман, специально для модели. Ну, везде все в штатном режиме. И, конечно, все очень так, наверное, очень красиво, потому что в темноте, когда где-то уже стоять там на ночевку, когда эти подсветки все светятся, здесь действительно все шикарно будет. Вот они, диванчики. Ну, передки щелкать я тоже в данном караване не вижу смысл. Здесь причем так уже все закрывается вот таким образом. Вот. Ну, передки, само собой, караван. Состояние, ну, отлично, тут ничего не должно что-то происходить. Вот это номера его, то что он растаможенный. ПТС само собой все у нас в наличках должно быть. Ну, тут раздувы идут, причем у данной каравана уже передняя часть будет выдвигаться с помощью уже вот таким образом, чтобы прилечь где-то что-то. Вот так. Здесь у нас вот уже сама печка идет. Здесь электрика, насосы, все. Мозги от мувера. Все в штатном режиме, все есть, как и должно быть. Так. Диваны тоже все чистенькие, аккуратные. Ну, ящички. Надо, конечно, заглянем в уголочки. И ремонтов, само собой, по каравану никаких абсолютно не было. Все шикарно, как и должно быть. В караване 16-го года. Здесь музыка стоит. Вот. Потом, конечно, мотомувер надо будет, пульт убрать. Столешница, видно, что караваном мало пользовались. На
насос. Вот он есть. Ящички внутри, вот и раздуло. Вот тут баллончик надо будет поправить. Ну, все очень так аккуратно. По плите абсолютно само собой. Она новая. Ну и механизм, конечно, все рабочие. Тут у нас уже Тедфорд стоит. Вот. С большой морозилочкой. Конечно, по состоянию здесь все очень все аккуратно. Вот. Раздувы тоже все стоят по салону. Шторка тоже есть. Закрывает вот таким образом. То есть все само собой все присутствует. Вот, продолжим дальше. Вот она сама кровать. Механизм само собой весь рабочий. На уголочке все тут, конечно, все шикарно и аккуратно. Вот шкафчик дополнительный под вещи. Здесь уже антенна, все само собой идет. Шкафчик, зеркало большое, шикарно, конечно, с подсветкой. Все у нас, конечно, идут раз, два и четыре, ну, три люка идет вместе с панорамой, четыре, ну, конечно, он там не открывается. Здесь еще так подзаглянем. Ну, вижу, что-то тут новое, ничего нету. Караван отличный. В туалете, конечно, зайдем. Здесь у нас умывальничек такой очень шикарный стоит. Тедфорд стоит. Так, душевая. Сейчас заглянем. Здесь очень большой плюс то, что это все отдельно. Ну, поддон, все, конечно, все целое. Все зашито. Аккуратненько. Душек также все на месте. Есть подсветочки, а вот еще люк. Вот где-то пыль есть. Абсолютно мелочью. Потому что, ребят, караван в наличии. Какие вопросы есть, давайте пишите в WhatsApp. Все работает. Вот, ссылка на сайт тоже в описании будет стоять. Так что, какие вопросы, задавайте. Вот, всех с наступающим Рождеством. Всех благ. Здоровья. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока. Спасибо за просмотр.